Дорогие друзья, приветствую! Как ваши дела? Здоровье, успехи? Как проходят праздничные у наших казахстанцев? Я еду, нужно мясо. На праздник маме нужно купить, поэтому еду по городу. Столько ремонтных дорог, дорожных работ ведутся, даже не хочу. Поэтому в ближайший городок. Погода, природа оживает. Все, посмотрите, как классно уже. Все прекрасно, тепло сегодня. Наконец-то настало тепло. Там где-то самолет на посадку, что ли, пошел. Низко-низко. Ох, скрылся. Так. А так вот расцвела природа. Дороговато здесь, а черемуха не нужна, только не черемуха, столько от нее бардака. Хорошая, но бардака много. Крыжовник тем более не хочу, самой есть. А так вот, смотрите, ели разные, и цены разные. Я вон питонию возьму сейчас, парень меня отделяет, и все. Попью чашку чая, просто ничего не хочется кушать, но чашку чая, очень уютное, хорошее кафе. Позавтракаю и дальше. Мясо я купила, кстати, на 39 тысяч. Вот так, один раз покушать. Ну, такой уютный городочек хороший. Сейчас пройдусь еще и все. Дорогие друзья, еще раз приветствую вас. Как ваши дела? Что нового, что старого, что было, что будет, чем сердце успокоится. А у меня мясо, видите? И мама еще говорит: ой, Салтуша, хватит, наверное. Наверное. Я съездила, видели, за мясом. Видео уже посмотрели вначале. Купила мясо. Еще дома было. То, что я купила, мама так, ну, говорит, еще так задумалась, может быть, типа, мало. 8 человек бабушек, если они столько мяса съедят, то волки отдыхают. Ну, еще там придут племянники, все придут бабушку поздравлять. Поэтому я достала то, что еще было в морозилке у меня, этот каза. Пусть растает, потом все это помою. Это харта, но это я не знаю даже, как его перевести. Его отдельно варят от мяса, это потом. Так, это тоже у меня был кусочек мяса. Это пусть будет тоже. Это тоже какой-то кусок мяса, что не знаю, что это. Пусть будет, потом, когда растает, посмотрю. Так, что купила? 8 бабушек хотят съесть, да. Но у нас просто как уважаемым гостям ставится табах, ну не только уважаемым, мясо целиком ставится на этот табах. Поэтому решила, целиком будем подавать. Это такой кусок мяса, видите? Угу. Это мясо, которое вот с этим куском и это, вышло на 39 тысяч. Горло запершило что-то. Это шужок, колбаса большой. Тут можно было даже 2 сделать. Но мама говорит, еще один такой же купи. Не знаю, что за человек она такая. Вот такой кусок мяса, представьте. Да? Это еще каза такой идет. Его надо все это помыть, чесноком, солью намазать и в кастрюлю. И вот такой. У каждого куска мяса есть свое название. Жая, шижок, каза. Ну, короче говоря. Вот. И вот это все варится на бешбармак за один раз. Представьте, на один раз это сварить. Вот. Так что буду готовить на улице, варить. Поэтому пока вот так. Пока пусть все это тает. Зачем я сюда поставила? Пусть тает и все.
помою вместе уже все. И как помою, так сразу посолю, поперчу и чеснок. Руки помыла, а то сейчас скажут, хлеб взяла, только что мясо держала. Помыла, пошла руки чистые. Купила такой хлеб домашний, выпекают, видите, вот. Вот такой хрустящий домашний хлеб. Без дрожжей было написано. И такая чиабатта тоже. Бездрожжевая, хрустит, очень, думаю, хорошая. Хочу ее порезать на две части и... сыр туда, то есть все, и в духовочку, и все. Вот так. Еще что купила. Сейчас хлеб убираем. И купила, называется по-казахски тонмай, что в переводе это как комбижир. Этот жир мне нужен животного происхождения, нужен для баурсаков. Его я вместе с... растительно мешаю, и когда баурсаки жарите, вот очень хорошие, вкусные получаются, такие, знаете, с таким привкусом хорошим, и еще хрустящие. Ну, вот так вот, короче, сегодня много дел у меня, сейчас пойду в огород, окна хочу помыть, ну, дел очень много, попила кетарол, потому что болит поясница. Сделала диклофенак сама себе, уколола и все. Сама себе делала уколы. И все. И надо идти двигаться. Некогда болеть. Все. Давайте увидимся. Посмотрите, сколько посылок. Ох-ох-ох. Вот это все нужно открыть. Хочу показать. Вот в пакет положила, с Китая пришла посылка. И мне пришла. Я не помню уже, что я заказывала. Что это за растение? Но что-то я ведь заказала. Пришло еще такое вот с этим, видно, полить для роста, что ли, короче. Вот, все же с Китая можно выписывать. И очень хорошо они упаковали в пенопласт, и вот такое вот пришло. Вот, интересно, что это, не помню. Нужно посмотреть, что за это растение, не знаю. Короче, посмотрю, 5 штук пришло, посажу, посмотрим. Приветствую еще раз, дорогие друзья, уже на следующий день. Вчера, если начало видео смотрели, то за мясом съездила, сколько мяса взяла. Ой, вид, посмотрите, не очень. Устала немного, всякие дела домашние, бесконечные, не заканчивается. И много пришло посылок, очень много. Поэтому сейчас будем открывать на этом столе стол, потом помою, обработаю. Не переживайте. Кто переживает за это, поэтому сейчас будем открывать посылочки и смотреть, потому что посылок очень много. Все они идут, эти коробки еще упакованные в коробках, поэтому с тех сняла, эти оставила, потому что сейчас будут сказать, как вы на этом столе же, сами кушаете, сами. Никаких переживаний. Так, что пришло? Пришли такие подложки, кто заказывал. Пришли подложки. Так, что здесь? Две упаковки пришло. Да, две упаковки. Пришло подложек. Кто заказывал? Пришли щипчики еще к этим подложкам. Ну, такие, знаете, дают просто щипчики. И такие в подарок идут. Это ладно. Так, по весу потом подскажу. Это для аэрогриля. Все, это понятно, убираем. Просьба, кто спрашивает, дайте ссылку. Нету ссылки, я сама занимаюсь товарами с Китая, поэтому это не какой-то сайт, я работаю с менеджерами, поэтому нету ссылок. Хотите, пишите мне и заказывайте. Больше розочки, по-моему, пришли. Вот так вот выглядит. Но почему-то одна. Заказывала, по-моему, две. Пришла пока одна. Такая. Это должны быть весы. Весы заказывали. Да, обычные весы. Вот так вот выглядят. Угу. Все, вот такие весы. Так. Это что, не знаю. Что-то тоже пришло.
тут надо. А, пришла еще одна такая для овощей. Знаете, зелень ложишь и сушишь. Это пришло. Так, убираем. Уже приходила такая. Так, здесь не знаю, что. Кстати, показала, растение пришло. Это оказались лотосы. Я их в воду опустила. Посмотрим, что будет. Здесь что? Какой-то... Не знаю, какой-то светильник пришел. Значит, кто-то заказывал. Пришел светильничек. Ладно. Убираем. Тяжеленький такой довольно-таки. А нет, не на зарядке. Розетка. Угу, идет. На 3 яйца. Все. Можно 3 яйца поставить и сварить. Довольно-таки хорошенькая очень. Все. Это обратно отправляем. Цены не помню. Ну, недорогая была по акции. Знаю, что недорогая. Это так. Что здесь не помню. Надо осторожно, чтобы не порвать то, что там внутри. Не помню, что это такое. А, носочки я заказывала. Пришли носочки. Да, я заказывала носки себе, ну, домой детям. Носки все белые. Много носков. Хорошие, кстати, носочки. Что-то маленькие пришли тазики. Небольшой набор пришел. Ну, с мерными. Мерные чашечки. У меня, кстати, такой же хороший. Здесь у них мерное деление есть, у этих чашечек. Хороший очень такой для дома. 4 штуки. Угу. Очень хороший. Пока ничего такого прям интересного. Не знаю даже, что, если честно. Не помню. Видите, тут коробка, в коробке идет. Ага, жаписок-то шик. А, это я заказала. О, понравится сейчас. Надо аккуратно. Не думала, что такое. Оказывается, это тяжеленький довольно. Это такой, я почему-то думала, что это, знаете, повесить такая как бы на дверь. А это нет. Угу. Это вот так ставится. Welcome. О, это я люблю. Посмотрите, какая красота. Очень красиво. А я думала, на дверь повесить можно. Нет, классная штука, смотрите. Очень, очень красивая. Угу. Поставим сюда. Пусть. Красивый, хороший. Так. Что здесь? А, это я заказывала, знаете, эти звоночки. О, еще когда это не откроешь. А, вот наклейки у них есть. Я и думаю, были же с наклейками. Сейчас наклею. Минуту. А руки черные, в огороде возилась. Я пока клеить не буду. Вот такие Макдональдс. И вот так вот звать кушать. Вот такие две заказала. Пусть будут. Так, это сюда. Дети потом наклеят. Это семена. Семена заказывала лаванды. Хочу посеять. Те лотосы пришли, а это пришла лаванда. Ого, много. Вот семена лаванды. Но это много. Есть у меня там место, как раз я вот так вот рядочками посею. Ну, еще поделюсь со своими. Все, лаванда пришла. Так, что это?
Не знаю. А, вот на дверь вешать, что я заказала. А, вот. Оказывается, вот-вот. Я и думаю, что-то же я заказывала. Вот такую штуку я заказала. Угу. Это можно в огород, можно на дверь повесить. Очень будет красиво. Очень хорошая штука, посмотрите. Красиво, очень. Это мне нравится. Красивые такие штуки можно заказывать. Так, что здесь, тоже не знаю. А, это заказывали кастрюльку, все. Да, такую маленькую кастрюлечку заказывали. Как пароварочка идет. У меня такая же есть. Да, вот такая вот кастрюлечка. И идет крышечка пластиковая. Были недорогие, со скидкой. Вот такие. Так, что это, не знаю. Тоже коробка в коробке. А, это пришли точилки. Заказывали, да. Точилки для ножей. Такие вот точилочки для ножей. Угу. И что они? Как делаются? А, вот так вот. О, как держится хорошо. Ого. И вот здесь точим. Отлично держит. Хорошие точилки пришли. Так. Что-то еще пришло. А еще пришли эти подложки. Ага. Еще подложки. Что-то тут еще. Только сегодня сделала уборку. Сейчас придется все опять мыть. Опять пенопласт. Маленькие они такие. Я заказывала двух медведей повесить на дерево. Вот такие мешки. Они, я думала, большие. Нет, они вот такие вот маленькие. Маленькие медвежата. Их просто вот здесь этот, и вот так повесить, и все. Двое мишек пришло. Угу. Это я заказывала. А, думаю, что это такое, долго рылась, это садовые фигуры. Это я тоже заказывала. Пришли такие ежики, они металлические, не пластиковые, металлические ежики. О, сейчас сделаем. О. Короче. Ежиха и ежата. Три ежонка и ежиха. Сделаем. Такие. Так, еще кто? Сейчас еще покажу кого. Курочки. Такая курочка. И цыплята. Это в огород. Так. И кто здесь еще? А. Такая же курица с цыплятами. Все. Что в этих больших коробках, не помню. Честное слово. Что может быть?
что-то тоже с пенопластом. Так, минуту. О, это мой товар пришел. Это все я. Я любительница всякого всячества. И вот посмотрите, кто мне пришел. Вот такой барашек. Я считаю, очень красивый. Вот такой барашек. И еще один должен быть. Пенопласт не выбрасываем, мне нужен. Баран и овца. Баран и бараниха пришли. Очень красивые. Посмотрите, какая прелесть. Вот какие товарищи пришли. Посмотрите. Очень красивые, правда? Очень хорошие. И не такие дорогие. И пересылка, я думаю, тоже. Они не тяжелые. Очень хорошие. На руки свои посмотрю. Красивые очень. Прелесть. Просто прелесть. Ой, люблю такие фигурки все. Поставим их в огород. Лужайку сделаем и поставим. Что не знаю, честно. Я не поняла, я столько вроде бы кастрюлек не заказывала. Что это пришло? Почему их столько много? 6 штук пришло. Ничего не понимаю. Пришло, короче, таких кастрюлек 6 штук. Почему? Значит, наверное, перепутали. Вот одна, вот 6, итого 7 штук. Ничего я не пойму. Столько не заказывали у меня. Тоже не знаю. Да, тоже светильник пришел. Вот такой вот пришел. Угу. Торшер. Это торшеры. Тоже не знаю. Уже приближаемся потихоньку к концу. Плетеные корзиночки заказывали, вот они пришли, 2 набора. Да, вот такие вот плетеные по 3 штуки на ножках. У меня есть такие. Сейчас один достану, маленький, покажу. Вот такие вот. Итого по 3 штуки. Посмотрим, что здесь. Ой, сейчас мне работа предстоит все перемыть. Что-то красивое пришло. Детское платьишко пришло. Посмотрите, какое красивое. Очень красивенькое. Очень хорошая ткань. Очень платье красивое. Как сделано. Посмотрите, вышивка все. Очень хорошее платьюшко. Красивенькое пришло. Но ростовка, я не знаю, какой заказывали. Сейчас посмотрим. 120 написано. Но оно видно до пола, наверное. Так носится, я так думаю. Ой, очень красивое. Так, это обувь. Заказывала вроде бы я эту обувь. Размер не знаю какой. Вот такая обувь. Больше как бы для подростков. Где-то на 35-ю ножку. 35-й размер. Обуви пришел. Ну, неплохие, хорошенькие. Для подростков очень хорошо.
Это пришел термос. Не буду открывать. В прошлый раз тоже такой. Но хотя в прошлый раз такой термос уже приходил. Вот. Такой был уже термос. Приходил. Хороший. Очень хорошо упакован. Вот, в принципе, и все. И здесь пришел аэрогриль. Открывать я его не буду. Вот и все, что пришло. Аэрогриль еще пришел. Как у меня он. Точно такой же. Поэтому не буду открывать аэрогриль. Все. Вот такие дела. Сейчас все здесь убираю. Мою. Навожу порядок и все. Кому интересно, напишите свои комментарии. Все, что увидели, думаю, вам понравилось. Очень даже, посмотрите, этих товарищей очень мне понравились. Поэтому сейчас буду разбираться с товаром, где чей, и все, в принципе. Всем пока-пока. Завтра тяжелый день, послезавтра тоже, потому что зовем гостей. Поэтому нужно готовиться, подготовиться и разные дела. Всем пока!